Не только тестирование школьников старших классов, но и дальнейший анализ самого теста, возможностей того, как можно поступать в той или иной правовой ситуации, с тем, чтобы в меньшей мере допускать конфликт подростка с законом. В рамках тестирования старшеклассники ответят на вопросы юридической тематики, проверят знания о своих гражданских правах и обязанностях. Работы будут оцениваться по бальной системе. Правовой диктант позволит выявить пробелы в правовых знаниях у школьников старших классов. В этом году эта акция проводится впервые, но члены общественного совета при МВД, который является одним из организаторов, уже вынесли предложение проводить правовой диктант ежегодно.